5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Конкурс-выставка «Чудо-творчество» объявляется открытым! 250 экспонатов представлено на выставке «Чудо-творчество». Она открывается для калымчан уже в 23-й раз во Дворце детско-юношеского творчества Магадана. Возраст участников показа от 7 до 18 лет. Выставка посвящена Году науки и технологий и 60-летию с момента первого полета в космос Юрия Гагарина. Поэтому большинство проектов на показе посвящено именно космической тематике. Мария Качка занимается в объединении «Баретка» уже третий год с преподавателем Ириной Трошечкиной. Юная рукодельница, победитель и призер творческих конкурсов, в том числе дистанционных. Для участия в выставке «Чудо-творчество» Маша подготовила 3 работы. Для этой выставки я сделала работу на 3D-принтере «Марсианская база». Готовила я ее практически месяц. Также я связала ракету. Она готовилась недели две, и воздушный шар, который делался практически неделю. По словам педагогов Марии, на достигнутом ученики ДДЮТ не останавливаются. Впереди еще участие в региональных, всероссийских и международных творческих конкурсах. В выставке «Чудо-творчество» поучаствовали 14 образовательных учреждений Магадана. На показе ребята представили несколько творческих направлений. Большие разделы, которые были представлены на этой выставке, это у нас техническое творчество, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, компьютерная графика. Все дети, которые приняли участие, получат дипломы, будут отмечены грамотами за призовые занятые места. В конкурсе члены жюри определят 160 призовых мест. Педагоги отмечают, что выставка «Чудо-творчество» получилась яркой. Она продлит свою работу до 22 марта. Посетить показ космических экспонатов в ДДЮТ можно ежедневно с 10 до 19:00.